Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре штопор, огруженный для силикона от производителя Strike Pro, как указано на сайте, но по сути придет вам от производителя BFT, поэтому не удивляйтесь, называется он Flex Head Pike Medium. То есть представлен он в таких средних грузах по 7, 10, 15, 20 и 25 грамм. В данном случае указан размер М, приманка 10-граммовая, расцветка Grim Pumpkin, что не совсем вроде соответствует действительности. Больше расцветка идет серая. И по сути создана она для ловли щуки, но естественно, что вы можете использовать ее на свое усмотрение. В упаковке идет две головки, 10 грамм, и сзади есть схематическое изображение, как, в принципе, и это оснащается. Через нее можно оснащать как раз стингера, но помимо этого можно и вести просто различные поводки, подвешивать ассисты на данную головку, что очень актуально для ловли, особенно на крупный силикон. Здесь большая пружинка, идет основная ось, которая вставляется в, получается, в переднюю часть силиконовой приманки. По вашему усмотрению можно через нижнее колечко вести стингер, либо, в принципе, как хотите, можете сверху вести опять-таки поводки, чтобы вставить их в спину. Также данное ушко можно через заводное колечко просто вешать в подвесной тройничок для того, чтобы, если хищник у вас часто бьет в голову силиконовой приманки, он цеплялся именно на тройник. Такой монтаж тоже очень актуален. Покрашена, как я уже сказал, она по мне больше в серый цвет, идет вкрапление черных точек, есть развесовка 10 грамм, а с другой стороны название производителя BFT. Поставляется он на пластиковой подложке, лежит они в своем индивидуальном пространстве, что можно было и не обязательно делать, сделано это для того, чтобы они не бились друг от друга и раньше времени не пооблупилась краска. Давайте попробуем оснастить приманку, заодно в этой посылке с данными грузами были большие силиконовые приманки от Hitfish, и на их примере можно попробовать загнать пружинку, посмотреть, как это будет выглядеть. Я думаю, что для таких тяжелых силиконовых приманок, в данном случае приманка весит аж 58 грамм, 10-граммовых будет вполне достаточно. Я, может быть, взял и 7-граммовые, но на сайте, к сожалению, в данный момент они отсутствует. Примерно вот так это будет выглядеть. К сожалению, во время того, как я заворачивал грузик, тут отклеился глаз. Наверное, немножко снутри на него надавил, но ничего страшного. Так аккуратно все выглядит. Ведем снизу стингер, вставляем штопорки в две точки, и все прекрасно. Приманка доогружена, теперь она весит аж 70 грамм, но при этом можно ее по-разному оснащать. Можно поводок небольшой сделать, который будет заканчиваться тройником в средней части, и сюда подвесить небольшой тройничок, тоже будет очень даже неплохо. За данное большое ушко будем цеплять застежку. Такая вот нужная вещь, как штопор для силикона от производителя BFT Flex Head Pike. На этом мой видеообзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!